Церемония награждения прошла в городской администрации. Заместитель мэра Ирина Романец вручила награды трем добровольцам, которые стали лучшими по результатам традиционного конкурса «Волонтер месяца». Так, в сентябре самыми активными стали Юлия Гасина и Немат Эюбов. Этот парень, к слову, в течение недели находился в Ейске во время устранения стихийного бедствия. А в октябре лучше всех себя проявил Иван Кругов. А вот 11 новоиспеченных волонтеров, которые уже поучаствовали в разных мероприятиях и узнали, что значит быть добровольцем, получили свой первый документ – волонтерскую книжку. Благодарственные письма получили и активисты, которые работали во время чемпионата Европы по кёрлингу среди глухонемых и во время Всероссийской культурной выставки, проходящей в рамках празднования Дня народного единства. Приятно видеть, что есть и ребята, которые впервые пришли на эти мероприятия, и, конечно же, те, кто уже неоднократно принимал участие, принимали участие в Олимпийских, Паралимпийских играх, участвовали в Формуле-1. Я надеюсь, что и в дальнейшем будут принимать участие в наших мероприятиях. В рамках гуманитарного проекта «Я люблю Сочи» все больше жителей принимают активное участие в жизни города.